Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz o'quvchilarimiz va obunachilarimiz, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan o'zgacha dars olib boramiz, ya'ni bu darsimiz qanday bo'ladi? Online darslardan bir parcha desak ham bo'ladi. Online darslarda juda ham ko'p savollar kelib tushadi o'quvchilardan va mana shu savollar bor ustida ishlaymiz biz. Ya'ni qanday qilib o'zbek tilidagi so'zlarni rus tiliga tarjima qilish mumkin? Vot mana bu ning, ni, ga va shunga o'xshash qo'shimchalar qanday qilib rus tiliga tarjima qilsa bo'ladi? В общем, предлоглар нима учун ишлатилади? И қўшимчалар қандай тўғри қўлланилиши мумкин, қандай тўғри қўлланилади? Мана шундай саволларни бугун сиз билан кўриб чиқамиз. Мисоллар билан биргаликда сизга тушунтиришга ҳаракат қиламан. Агарда сизга қизиқ бўлса, марҳамат, кўшни давом этинг. Биринчи гапимиз. Бу ерда асосан биз жуда ҳам кўп ишлатилган гапларни олишга ҳаракат қилдик ва биринчи гапимиз документларни қаерда таржима қилсам бўлади, яъни қилдирсам бўлади. Давай, тарджимаса. Где я могу перевести документы? Вы это имените не базе шлятельяпты, чунки вы это ичханде кошемча йок, ибо это вор бельгенцы документ, созы документ, и бичо халды ичханде, о, я кошемча лар, кошемяни йок. Так, и кинчик я помазгил тамас. Кинга мурожат в Александр-Булада. Айнан документ обширы жарайонада. Йок, и помасам бір базы бір холадларда. Манашу савол жудеем куб тулад. Кинга мурожат в Александр-Булада. Вот, смотрите. К кому я могу обратиться? К кому я могу обратиться? Я не могу говорить, мы за это чем из мумкин. Кайцы поддержки кушаем из мумкин. Кому, чему, будете не поддержки? Кем я узбек тели, да, я рейтбор берем из кем я кушаем час кушали это. А рус тели, да, я кушаем час мы кушаем из учен, бламес, рус тели, да, ротлер бор, ва ротлер бор гян учен, альбатта нам шунар сихит бор карачим скири. Мужской рот более гян буса, бас у, ю кушаем час мы кушаем. К кому, кем я? А я да бу женский род табу легнемцы, я кошем часом кой бья пашим скирой гулам. Сочи, к врачу или к учительнице, например, да, или там ситори может быть, да, и сам я кой бья тетхем бусы. Я не мужской род у харфлара, женский род ици, я харфа кой бья прас манабу, с гео узбихтель, так и я кошем часом кой бья ордан бирадам. Кинги гяпамыз. Канча вақт давамында документ айор больше мумкюн. В течение какого времени документ будет готов? Бу ерда айтвор бергенсиз какого времени? Время сөзүмүз өзгөрүп келиапты. Бу факат гана родительный падеж, мана шу халатны алады. Какого ого кошумчасы келиапты? Бу хам родительный падеж экенлигин билдирип келеди. Демак, родительный падеж кандай кошумчаларны алады? Нинг, дан ва гача кошумчалар. Базы халатларда да кошумчасын хам алады. Бу кайсы халатта? Унда, сенде, менде, яни кимдадир деген халатта. Агарда сиз рус тилиге таржима кылып алмокчу болсоңуз, именно мана шу кошумчаларны, яни нинг дан или гача кошумчаларына. Мужской ротта а я кошумчасын, женский ротта и кошумчасын койып кетиришиңиз керек болот. Мисал үчүн друга, достумнын яки достумда дейшиңиз мүмкүн или подруги. Бу жерде и харфын коюпсуз, яни дугонамнын яки дугонамда холатлары болот. Сөздүн мааносуна карап, кайсы жойдо нин, кайсы жойдо дан экенлигин билип алырсыз. Дальше. Можно вопрос вот здесь? Да, конечно. Друга. Подруги. То есть А и будут. А полный гафта можем посмотреть это? То есть тула гафта. Да, конечно, можем. Мен бу нарсаны достумдан алдым. Я это взял у друга. Например, достумдан бу ерде. А, жүдөм жакшы савол болду. Вот достумдан ва достумда. Бу халатта обязательно биз у предлогун коюп жатышыбыз керек болот. У друга. Кимдан? У кого? Например, да, вот кимдан бугенде? Достумдан. Или кимда? Например, менин телефоным сендеми? Мой телефон у тебя. Мана шу халатта эм ишлетилади. Ва нинг кошумчасын эм алышы мүмкүн. Мисал үчүн, достумнын машинасы. Это машина моего друга. Вот мана бу халатта нинг кошумчасын алыпты. Женский родда худды шундай кайда ишлейди, факат кенене ый, и харфлары коюлады. Так, кийингиси. Качондан ишке чыксам болады? Вот, смотрите, когда я могу выйти на работу? Яни качончике чыксам болады? Бу гапта этибор бергенбиз, когда, яни качон сөзү келипти ва куда, каерге чыксам болады? Ишке боюнча винительный падеж. Винительный падежимиз жонли, жонсуз холатларда ишлетилади, но хозир сизге буни толук айтып бере алмайман, чунки бу жерде катта тема, ким хохласа бемалол ссылкага кирип эле канал болса, именно винительный падеж мавзусу түшүрүлген бемалол ёйма тарзда түшүндүрүлгөн көрүп алышыңыз мүмкүн. А ссылканы кайдан топсоң болот?
Видео таги, да, ссылка қолдырлады, или канал мызге кірсейіз, видеолар кетмекетлігіні көріп чықсейіз, обязательно винительный падеж маусусы бор. Хорошо, дальше идем. Так, смотрите, вот винительный падеж хақыда гепіргенімізді, қысқача тоқтар болышымыз керек, ны қошымчасын береді өзбек тілдегі ны қошымчасын. Кімні чақырышты, мысалы, кого позвали? Моего друга, мені достымны чақырышты. Вот көрепсің, жүген нин білән ны бір-бірге оқшап кетеді, онсыз фарқыны біл болышыз керек. А вот женский родта у, ю харфлары қолланылады. Кого позвали, например, мою подругу? Вот имейте в виду, у ерде у харфымыз родительный падеждан фарқылепті. У ерде нин қолланылепті, у ерде ны қолланылепті. Во бу кәтті узге ашына, сосан женский родта сезішіміз мүмкін. Подругу, у харфы қолланылады. Вот мана бұл сөзімізді қа. На работу, қайырге, куда, на работу, а бұл түйгені үшін біз у харфыге өзгертілепіз. Бұл бізге өзбек тілдегі ны қошымшасына қошы береді. Так. Можно вопрос? Да, конечно. У сузда олдын кисе кандай мана берепти? У друга, у подруги. Или, как ты сказала, у моего друга. Дан ва да кошумчаларын берады. А у сузу охрада кисе кандай мана берепти? Ты знаешь, вот кер, бу ерде бир нерсеге итибар бериш керек. Ага, кайсы нерсеге? Oxirida so'zdan keyin kelsa bu qo'shimcha. Agarda so'zdan oldin alohida tarzda keladigan bo'lsa, bu predlog, ya'ni ko'makchi. Bu ko'makchi padejni topishga yordam beradigan narsa. So'zni yasa beradi, tayyor. A, bu yerda oxirida keladigan qo'shimcha bu prosta vot ni, ga, dan, har xil qo'shimchalar bular. Predlog ko'makchi alohida narsa va oxirida kelayotgan bu qo'shimcha. Man narsani chisto teoretik, ya'ni pravila bo'yicha, grammatika bo'yicha man narsani tushunaman. Именно без обуначиларов, чумага обуначиларов, допустим, друг сузу бора, у друга, уно, олып сузу охарге койсак, другу бора. Да, да, жудем тура. Факты, то есть, чтобы азрат олышсын, да, уны. Смотрите, жудем яхшы савор, у агерда олдында келедиген болса, сузу олдыда, ба йопштырмай, алохыда йозылса, демайн бу, да, йоки, да, деген мамуда келедиген болады, это родительный падеж. У келдіме, сөз олды да келдіме, сіз гәптен сон, друг сөзге, а, мысал үшін ұшты рот топсы, женский рот топсы, ұйыны қойып гәпіршіз келек. Агарда, мабаду, да? У харфы сөзден кейін келедіген бұл, мысал үшін, другу, анамында бұл қошымча, просто так қошымча, яғни достым, гә, кому, другу, да. Сөзі қошы да, дан, оқырды гә. Ну, не только гә, вот дательный падежды, да, гә қошымчасын, а у харфы женский рота қошылген, да? Ана қолыты ныны берады. Маму. Да. Маму. Маму, онамны. Ага, онамны. Вот, да. Например, Ситору, позвали Ситору. Кого? Ситора ны чақырышты. Вот көрепсіз, женский рота охырге кейсе у харфы ныны. Агерді мужской рота охырге кейсе гяны. Агерді умуман гаптан олдын кейсе дан, йоки даны берші мүмкін. Кейінгісі, мен келі алмадан іште едім. Мысалы үшін жүдейім көп қолатлы болады, емін оқучылары манашу сөзіні сөйлеген үшін манашу гепіні ұлчықшке қарап қалдым. Яни, мен іште едім, елі мен кәсар едім, енді қандайдыр сабақларға көре мен ішке келі алмадым. Емін манашу геплерді, вот қысқа гена қылып, мен келі алмадым, например, іште едім. Қандай тәржіме кілсек болады? Я не смог приехать. Агер да машина да или транспорт да, а если пешком болеет немцы, я не смог прийти. Был на работе, я не считаю едем, буерда карен, и творно карет, каерда, именно да, кушам час кулянули, это будет все предложенный падеж. На работе, предложенный падеж, что у вас видео, на бата крыкурочкин, предлог лапченки, на в кулянышин, чудеми, аж приводчий скирек. На работе, считай едем, охрода е харфумыс, будет да, кушам час наберепты. Предложенный падеж, падеж лапченек, им, осон падеж, не мучен, чунки женский рот, тем, мужской рот, тем, кера хаулак, тем, е харфа, кой бишь отряда. На работе работа женский рота, да? Или в офисе офис мужской рота. Но и кирахолат тахам, мы заявляемся ехафуна кое. Но, поэтому... сейчас, вот тут салату улады. На работе, в офисе. Да. Вот тут уже каша вольная. Я не ки, кайрга в, кайрга нахуй лишь. Вот эти маны курбчихсайк, у тема, да, я на салату чихаю. Да, конечно, конечно. Вот теперь расскажи, пожалуйста, кстагина в ванна хакада. Хорошо. Бу отдельно вот такая тема с бабу хакада, но с лаги утр кстагина это будет аман. В ванна хайрли это шлят рады. В яку ходжойлар да с брор нарсан брор джойн и чида бульсейз. Яки брор нарсан и чида на матур турген бульсейз. Ручка в пенале, я в комнате.
Mana bu holatda v-ni qo'yib gapiramiz. Na esa siz tashqarida yoki biror narsaning ustida holatida, da? Например, тетрадь на столе, человек стоит на улице. Ustida turibdi va tashqarida turibdi. Ochiq joydan biz na-ni qo'yib gapiramiz. Ikkinchi holati v joynomlari oldidan qo'yiladi. Ya'ni shaharlar, mamlakatlar bo'lsin. V chunki ular chegara bilan o'ralgan o'sha joyning ichida. Mana shu holatda v ishlatiladi. A na esa ikkinchi holatda transport, ya'ni harakat sodir bo'layotganda va odam ko'p joylarda ishlatiladi. Misol uchun, я на машине, я еду на машине, men mashinada ketyapman transportda. Sizni olib ketyapti mashina, u harakatlanyapti. Или вот на работе. Bu holatda siz aytishingiz mumkin, men ishdaman. Nimaga sizda savol tug'iladi? Ichkarida ishlayapman-ku, da, siz harakat qilyapsiz. Harakat sodir bo'layotgan joylarda na qo'yiladi. Va odam ko'p joylarda dedik. Bozor. Да, на базаре. Стадион. На стадионе. Да. На собрании. Работа. На день рождения, на работе. Хама джойда. Одам коп, мысал чун, да, купчик топлянья джойларда, обязательно нахуй я пришел с кирей города. Мысал, вот, узин турган джой, допустим. Ты стоишь. Я стою в комнате, на работе. На работе. Вот, мен фананин, бинонин, ичи да трупман, ищи района да трупман. Поэтому я в комнате, на работе. Вот так, ребята. Спасибо. Дальше. Eng oxirgi gapimiz esa, biz do'stim bilan ishga kirgani boryapmiz. Мы идем с другом устраиваться на работу. Bu yerda творительный падеж qo'llanilyapti. Buni boshqacha tarzda aytsa ham bo'ladi. Например, вот yana qanday holatda aytsak bo'ladi? Men hozir ko'cha tilini aytib beraman. Shuni grammatikaga qo'yib berasan menga. Хорошо? Хорошо. Мы с братаном сходили побазарить насчет работы. Ну, это то же самое. Мы с другом пошли или... С братаном. Братаном? И с другом. И кого-то помните. Да. Окончание, да? Да. С другом, с братаном. Хорошо. Это какой падеж? Это творительный падеж. С кем ты пошел? Достым блян. Буэрда с предлога, именно блян предлога, творительный падеж и кианлигина айтик трупты. А ой им блян был с мамой. Bu yerda mushkoy rod bo'lganda, bu drug mushkoy rodda kelyapti, om yem окончаниялары qo'yiladi. Ну, например, с другом или с братаном, да, вот одно и то же мужской род келяти. Шуның үчүн om yem окончаниялары qo'yib gapirilar. Agarda bu женский род bo'lganda edi, unda oy, ye окончаниялары qo'yib gapirilardi. С подругой или с мамой, да, вот. Mana shunday qilib gapirish kerak bo'ladi. Но bu yerda asos bo'lib s, ya'ni bilan предлоги qo'llaniladi. S faqat bilan bilan keladimi? С ikkita padejda qo'llaniladi asosan творительный padejda va родительный padejda. Agarda родительный padejda qo'llanilganda dan qo'shimchasini beradi. Qayerdandir ochiq joydan chiqish ma'nosida ishlatiladi. Ну там u yerda qo'shimchalar boshqacha. Да. Uy. Да. Juda ham ko'pchilik o'quvchilardan savol kelib tushadi. Например, opa qayerdan bilsak bo'ladi? Qaysi bir творительныйda, qaysi biri там родительный. Ну ладно, padejlarni qo'shmasa ham qayerda danni bildiryapti siz? Qayerda bilanni bildiryapti? Bu juda ham oson bo'ldi. С-дан кейінгі келетген сөзіміз оқырыда мужской ротта, а женский ротта үй қошымчалар қошылген болса, демек, бұ данны білдіреді с. Агарда с-дан кейінгі келетген сөзге мужской ротта ом, женский ротта ой қошымчалар қошылген болса, демек, бұ бланны білдіреді. Мана шу нәрсеге итбор қалетшіз керек болады. Ойлайма ке сізлерге бүгінгі дәрсіміз үшін арай болды. Агарда қандайдар тәкліфлеріңіз, ке сауалларыңыз болса, албатта комментарияда өзіп қалдырышыңыз мүмкін. Сізлерге үйге вазифа. Aynan mana shunday padejlar qatnashgan gaplarni topib yozishingiz kerak bo'ladi va, kстати, o'zingizni qiynaydigan va tarjima qilish qiyin bo'ladigan gaplarni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, biz kuzatib boramiz va qo'ldan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. O'tgan darsimizda aktiv ishtirok etgan o'quvchimiz Muhammad Rasulov, sizga alohida rahmat aytamiz va Instagramingizni qoldirishingizni so'raymiz. Agarda kimda-kim savollarga to'g'ri javob berib, uyga vazifalarni bajarsa, bemalol Instagramingizni qoldiring. Biz juda ham xursand bo'lamiz sizlarning e'tiboringizdan. Keyingi darslarda siz bilan ko'rishib qolguncha, xayr.